Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 15 октября. Тепло, солнышко, последние денечки бабьего лета. Чем я занимаюсь? Навожу порядок на огороде. Здесь эта сторона у меня вся уже убрата. А вот это еще нет. Но не суть в этом. Хочу вам показать. Посадила моя дочь на свое день рождения деревце кизил. У нас есть в Кокино, там занимаются разведением и выращиванием всех южных растений для нашей зоны. Так что теперь у нас можно вырастить все. Вот она его посадила, купила. Это растение кизил, как я посмотрела в интернете, растет и кустом, и деревом. Но я хочу его вырастить деревом. Так вот его утеплили, обвернули. На зиму, как всегда, буду стволики заворачивать с панбондом и здесь, наверное, укрывать. Пока не укоренится хорошо, рискованно так оставлять. Низ вокруг обсыплю песком. Опилками не буду обсыпать. У меня весь огород даже сейчас полно слизней. Уже, кажется, стоит сухая погода. Все везде убрано, а слизней полно. Слизни, медведки у меня господствуют в огороде. Ну вот и все, что я вам хотела показать. Сейчас с этой вот стороны подготовлю грядки. Весной уже копать я здесь ничего не буду. Сразу буду сажать, рыхлить и сажать. Теперь предстоит мужево день рождения, 23 октября. Будем покупать ему дерево, будет сажать. Чтобы у каждого росло свое дерево. Мои деревья и дочерины теперь есть. Теперь мужево какое куплю, покажу вам. Яблоки замучили полным-полно. А сейчас они стали такие сладкие, вкусные. И осталось там уже их мало, но зато вот к концу октября они становятся очень вкусные, сладкие. А так все яблоки пошли вот сюда, в помойку. Но здесь у меня все перегниет к весне. Здесь такого нету листва с огурцов, да, побрезала деревья. Что не перегниет, просушу и сажу. Не осилила я все просушить и сжечь. Весной будем доделывать. Следующая у меня очередь завтра. Смородина. Ей 2 года. И хочу ее вырастить тоже деревом. Сейчас до чего наука продвинулась вперед, что даже смородину, кружевник и черную смородину выращивают на деревьях, прививают к деревьям и выращивают. Но я попытаюсь с куста. Вот, до сих пор вот обрежу. Оставлю одну макушку, и пускай макушка растет, а то, чтобы все было пусто. Как буду делать, я вам покажу. Ну вот и все. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания.